6 пап из 6 районов республики сегодня презентовали себя и свои семьи. Конкурс проходит в 4 этапа. Кулинарный, визитная карточка, стенгазета и творческий номер. Александр, Алексей, Ксюша и Даша. Потом мы взяли Владика и Матвея. За ним Рома, Анжела. Всех сыновей и дочек по именам и по датам рождения. Николай Мазилов, отец 15 детей. Большинство приемные. Сегодня все пришли поддержать папу. Баню топить, дрова рубить и делать стол. Вот такой умелый папа у семьи Шакировых. В семье 7 детей, 4 приемных, еще 3 девочек удочерят на днях. Быть отцом большой семьи – не это ли большая ответственность, но и не это ли большое счастье, говорит Манзов Шакиров. Ездили в челны до малютки. Вот они, вот эти малютки. Это было 3 годика, вот этому Васе было 1,5. Вот сейчас уже ей 10, а Васе 8. Вот. Так что они для нас сейчас уже родные. А Максимовы сегодня оделись как цыплята, потому что скоро Пасха и потому что дети такие милые и теплые, объясняет глава семьи. Детей у них 9, 4 приемных, остальные кровные. В курятнике одна курица не бывает и одного петуха не бывает. Там обязательно цыплята, там полная семья у них. Торты, жаркое и закуски. Папы сегодня доказали, что еще и мамины функции могут выполнять. И несмотря на то, что сегодня слет приемных пап, приехали сюда те, кто воспитывает своих детей не хуже, чем родные отцы. Альбина Слугараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань».